Ребята, ребята, я на своей даче. 21 раз я в отеле Сфинкс Аквапарк. Я, как всегда, в своем любимом номере. Кстати, ребята, кто был в Египте, во многих отелях дают халатики. Здесь халатик есть. И халатик, и тапочки присутствуют. И тапочки. И вот все так красиво оформлено. И я уже еду и думаю, хочу фруктов, не могу, хочу клубники. И здесь как раз меня встречает, смотрите, целый красивый поднос клубники. Значит, что мы делаем в Египте? В Египте пьем водичку только с бутылок, да, не пьем с крана. Зубы я полощу, ничего страшного, 20 лет, видите, я скакать могу, как веселый попугай. Но в чайник я заливаю воду только с бутылочки. Ой, смотрите, здесь и кофе, и сахар, и чай. Ну, все это пополняют. Ну, правда, кофе я привожу с Даугавпилса. Мне нравится только Адвентура кофе. Ну и, конечно же, фишка этого прекрасного номера – это громадная терраса. Вот я хочу вечером сидеть на этом балконе. Вы мне спросите, Инга, зачем ты 21 раз едешь в этот отель? А я вот хочу вот выйти вот здесь сделать зарядку. Я люблю там кончики, да, поворотики. Вечером вот здесь сесть и выпить пиво или кофе, или, может, виски с колой. То есть, ну, у каждого свои предпочтения. Просто хочу лечь на кровать и любоваться морем и свежим воздухом. Кто-то любит пятизвездочные, например, очень большие отели. Мы сейчас развозили туристов, но мне не нравится, потому что я была, это на паровозике, на автобусике везут на море, и очень много номеров выходит не на море. Кто был, это все знает. А я хочу вот лежать на кровати, открыть окно. И любоваться, открыть окно, опа, и вас сдуло, и любоваться на море. Сейчас ветер закроем. Вот, вот, но каждый выбирает свой кайф. Для кого-то кайф просто лечь дома у себя и посмотреть сериал. Для кого-то кайф на огороде пополоть грядки. Для меня это моя любимая дача. Так приятно, я приехала, меня все встречают. Уже вывеска, что Инга 21 раз в отеле Сфинкс Аквапарк. Здесь сейф, холодильник, шкаф и уборная. Фен. Все работает. Водичка, моющие средства, душ, полотенчики. Это типично, как, может быть, вы скажете, здесь не сильно там по-европейски или как-то, но мне самое главное не то, чтобы там был европейский ремонт, я, во-первых, приехала в Египет, а не на Кипр, Крит или Санторини, да, и я вот хочу море, цвет моря в Египте, вы сами видите, какой он необыкновенный, и я хочу именно наслаждаться вот свежим вот этим морским воздухом, я вот вечером здесь сяду, и вот этот бриз такой морской, да, то есть очень-очень классно. Но каждый выбирает сам себе отель. Но лично я каждому доброму, милому, щедрому своему подписчику рекомендую, конечно же, Сфинкс Аквапарк. Это моя любовь. Инга здесь 21 раз. 21. И будет и 22, и 23, и 48. Обязательно. Желаю вам хорошего марта!